Сегодня в столице и областях продолжат свою работу прямые телефонные линии. Задать свои вопросы можно до полудня. Телефоны, по которым можно дозвониться и обратиться к руководителям Мингорисполкома и областных исполкомов, сейчас на ваших экранах. Параллельно с руководством областей прямые телефонные линии проведут председатели городских и районных исполнительных комитетов, их заместители и управляющие делами. Прямые линии также пройдут в ряде министерств и ведомств.